Городская усадьба 19 века по улице Сакайванцети 115, которая является объектом культурного наследия и входит в программу по восстановлению и сохранению памятников деревянного зодчества, который проходит в столице Урала. Однако жители обеспокоены тем, для чего обнесли забором памятник архитектуры. То ли для того, чтобы подготовить к восстановлению, то ли для того, чтобы снести и поставить на его месте очередную многоэтажку. В адрес Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» поступило обращение от встревоженных жителей улицы Сакайванцети в Екатеринбурге. Просьба проверить, кто и зачем поставил забор. Будет ли реставрация? Или кто-то решил незаконно снести памятник архитектуры с целью незаконно завладеть участком земли в центре города? На территории Екатеринбурга расположено 48 объектов культурного наследия, один из которых – жилой дом 19 века по улице Сакайванцети 115. Реставрация и сохранение памятников деревянного зодчества в столице Урала является одним из приоритетных направлений работы администрации города. В рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия Екатеринбурга» на 2021-2025 годы планируется провести работы по реставрации памятников архитектуры за счет муниципального городского бюджета, а также с привлечением средств инвесторов. Реставрация и сохранение памятников деревянного зодчества не только способствует сохранению исторической аутентичности города, но и является важным элементом развития туристического потенциала региона. Для уточнения обстоятельств происходящего представители Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» направят обращение в администрацию города Екатеринбурга. Вы всегда можете обратиться с вашей проблемой в нашу общественную организацию, используя наш сайт nkregion.ru или анонимное бесплатное приложение Межрегиональной общественной организации «Народный контроль». И мы вам поможем.